Вы знаете, друзья, я хочу сказать, тронула меня вся эта история с доктором Лизой. Помогала она деткам. Действительно занималась самым важным делом, самой высокой миссией в этой жизни. И решила этой прекрасной женщине, так безвременно ушедшей и так необходимой этому миру, которому не хватает самого главного, это не хватает любви, написать ей вот такие строки. Хочу прочитать. Памяти доктора Лизы. Доктор Лиза, ты наш символ добра. Когда вдруг окружила ледяная вода, она вспомнила лица детей, спасенных от града огней. Она вспомнила тот краткий миг, когда на руках инвалид прижимался, будто обнял родную мать, ее руку не хотел отпускать. Доктор Лиза, возьми нас с собой, бог войны беспощадный и злой. Сотни глаз, сотни душ и сердец, столько делать еще, где конец? Не конец хрупкой жизни, что враг так хоронит в суровых волнах, а конец страшных войн, что идут, люди кровь словно воду все льют. Ваша боль — это раны Христа, лишь на миг я открою уста и скажу, в мире нету ценней чистых душ прекрасных детей. Посетив этот мир в час беды, я, как ангел, оставляла следы. Ты запомни мой труд и мой завет, когда сгораешь в любви, смерти нет.